Выезжаем уже в Ларуку. Моей маме надо, да, точно. Надо ей купить кофточку. Она хотела Карл Лагерфельд. И у Валика есть скидка 20%. Даню отвели сегодня в школу. Он был без настроения. Очень сильно без настроения, что вся школа его слышала. Ничего страшного. Такое бывает. Так, мы в Ларуке. Здесь ходим. Заходили в магазин, маме купили кофту наконец-то. Взяли Дане классные ложечки. Ложечка, вилочка, наборчик такой. Вот, сейчас пьем кофе с тыквой. И бутерброды взяли такие с авокадо и лососем. Походили по магазину. Я зашла в Ритуал, конечно же, взяла себе дезик моего вот этого запаха. Кондиционер для волос тоже такой. Я думаю, он классный должен быть. У меня шампунь, правда, другого запаха, ну ладно. И взяла пакучку вот такую в машину. В Ритуале. И вот, Даня, там ложечки. Я дома уже покажу, распакую, какие ложечки. Вилочки красивые. Так, мы уже заехали в Меркадона. Вернулись с Ларуки. Мне нужно что-нибудь придумать, что мы будем кушать. Поэтому сейчас идем на маленькую такую закупочку. Так, все, немножечко закупились, взяли всего самого необходимого, целая тележка, вышло это все на 122 евро, 123. Дома уже вам сниму, распакую, распаковочку. Опять, блин, они сверлят. Да, сверлят. На улице, блин, листья сдувают, да, тут сверлят. В общем, мы приехали домой, сейчас буду разбирать покупки. Взяли вот корма Кейси, мы всегда берем в Меркадоне, мясо, в морозилку поставлю, рыбу взяла. Такое мясо я хочу приготовить, рулетик, свинина. Взяла Даню чуть-чуть груш, наверное, я сразу в морозилку положу. Курочку взяла, наггетсы, рыбка, корм. Взяли. Я вообще надеюсь, это кульки? Наверное, не знаю. Мусорные пакеты. Кускуса взяла. Я думала, это маленькая будет пачка. Взяла. Килограмм там написано. Да. Риса. А что ты взял длинный? Я взял один длинный, один круглый. Макароны. Вот круглый рис. Я уже заварилась. Взяла. Хочу приготовить пирог. Взяла эти персики. Два молока. Масло, лимонный сок. Еще персики вот взяла. Макароны. Это большие такие. Да, огромные. Взяли еще ребра. Очень вкусные, нам понравились. И далее на завтрак такой. 5 килограмм картошки, 2 килограмма лука. Кейси пеленки, 3 воды. Баклажки воды, да, тут еще куча всего, ну да, салат, чипсы, я никогда не ем чипсы, это все валит. Ну я люблю чипсы. То, что я готовила, как оно там называется, чизкейк, тарта де кесо, да, 12 яичек, вот. Вафли, это сливки, я сегодня буду пюре готовить, Дани в школу взяла сухофрукты. Вот. Яблоко, там, все. Взяла еще такие макароны, как бы лапша. Рисовую лапшу. Специи, только вот такие там микс. Поэтому для барбекю и просто для, да, курицы какой-то. Такие еще с маслом. Печенье. Печенье, да. Там. Чеснок. Бедра куриные. Без кости и без кожи. Бананы, да, не взяла. Мы не едим вообще фруктов. Яблоки тоже Дани. Взяла помидоры. Хотели взять хамоны, но там была очередь. Да, поэтому большая. Просто помидоры. Это мороженое. Болгарский перец. Спаржа мороженое, да.
Я сразу все в морозилку. Ложи. Морковь такая. Кетчуп, майонез и Red Bull. Валик себе берет. Фи. И все это у нас вышло на 122 евро. Кошмар, так дорого. Просто. Но на самом деле все подорожало. Да, подорожало. Потому что даже корм взять, он был 5. Да. Ровно. Сейчас 5.30. И подушечки евро 75 стоили, сейчас евро 95. На 30 копеек, на 20. Вот так все повзлетало цены. Да. Вот такая у нас закупка получилась. Ни много, ни мало. Но зато все взяли. Я устала, я уже не могу. Вот, пожалуйста, 5 минут монтирую потом. Такой набор Даня взяла для еды. Ложечка чайная, десертная. Потому что чайная для него уже маленькая, кушать постоянно чайными. А наша ложка еще большая. Вот, вилочка. Мы в каждом кафе просим вилочку маленькую. Поэтому взяли и ножичек такой детский. Кстати, он вообще не острый, даже без зубчиков, без ничего. Просто вот ножик, чтобы раздавливать то ли что. Вот такая красота с мишками. Ему в тот раз так понравилось, но мы не взяли что-то. Так называется фирма. Так, ну у меня уже почти вся линейка Ритуал. Именно вот этот цвет оранж. Осталось еще шампунь поменять, и все. И будет красота. Так, мы уже едем за Даней. Я хотела вам еще показать. Мы взяли пакучку такую. Деревяшечка такая тоже в Ритуал. Очень вкусно пахнет. Только она такого серого цвета. Я даже не знаю, с чем она. Просто приятно пахнет таким не сладким, а мужским запахом. Даню уже забрали. Да? Говорит, кексик хочу. А что вы кушали сегодня так? Супчик какой-то? А у нас скоро праздник каштана. Да, такое. Что-то интересное. Бабушка такая, да? Праздник, вы будете, наверное, кушать каштаны. Да, будете кушать каштаны. После завтрака. Не любишь? Тебе не нравятся каштаны? А вы же еще не кушали. Ты в том году, по-моему, не успел. Успел. Успел? Разве? Да. И ты присутствовал на этом? Да. Ну, зато будет праздник. Мы видели эту бабушку в том году. Ола. Ола. Это специально так сложили? Да нет, тут паркуется с папой. Серьезный такой. Да. Теперь? Да, теперь давай в другую сторону вот так. Пусть сам крутит, полностью крути. Давай. Полностью старайся. Так. Молодец. Полностью? Да. Чуть-чуть вперед, смотри, проедем. Все. Молодец. Спасибо. Пойдемте. Помощник наш. Спасибо. Мы уже дома. Я заходила, меряла давление. Давление у меня немножко понижено. Но ничего страшного. Сказали пить воду. Ну, я так себя чувствую. Вот. Я собираюсь приготовить буженину в духовке. Вот у меня мясо, такой кусочек. Я даже не знаю, то ли это бедро, то ли что. В общем, такой кусочек. Сейчас буду шпиговать чесноком. Намазывать эту красоту специями и отправлять в духовку. Засыпала вот, в общем, прованские травы, приправа называется, и засыпала это все в пакет, и сейчас буду запекать при 108 градусах целый час, и все.
Всю эту красоту отправляем в духовку при 180 градусов на 50-60 минут. Вот такой вот красивый пирог получился. Надеюсь, он очень вкусный вообще. И мясо мое запеклось. Его еще нужно под грилем подержать, чтобы корочка была. Ну, пирог просто сказка. Надо сейчас попробовать, когда остынет. Я думаю, будет вкусно. Я укладывал Таню спать, а Лина даже не выгрузила видео. Пожаловался. Я не знаю, я завтыкала просто. В общем, пирог попробовали. Вкусный, супер, класс. Но форму лучше берите диаметром больше, чтобы он был тоньше. У нас не пропеклось в серединке, но он уже был зажарен сверху. И простоял он 60 минут. 65 минут. Он простоял в духовке и... Серединка не приготовилась. Вот. Рецепт в описании, если кому надо. Посмотрите. Все, будем мы с вами прощаться, потому что мы уже сонные, спать хотим, голова не варит. В общем, все, ребят, всем до завтра, всем пока. Пока.